Именем Аллаха, милостивого, благословение и приветствие сподвижникам и всем, кто последовал за ними. Известно, что каждый владелец какой-либо работы ждет определенного сезона. Охотник ждет своего сезона. Владелец книжного магазина ждет начала учебного года, поскольку увеличивается в это время продажа книг. Человек в определенный сезон занимается делами порой больше, чем даже на протяжении всего года. Аллах сделал для нас величайший сезон. Самый большой сезон, в который вступают люди, это сезон хаджа. Аллах нам в Коране сказал: «Клянусь зарею, клянусь 10 ночами». Алимы говорят, что эти 10 дней — это первые 10 дней из Зуль-Хиджа. Пророк, алейхиссаляту вассалям, сказал: «Нет таких дней, благие дела в которых Аллах любил бы больше, чем в этих 10 дней». Его спросили: «Даже если это джихад на пути Аллаха?» Он ответил: «Даже если это джихад на пути Аллаха. Если не считать того случая, когда человек выходит сам со своим имуществом, однако ни он сам, ни его имущество оттуда не возвращается». В этом великая милость Аллаха. Версия хадиса, сообщаемым имамом ат-Тирмизи, сказано: «Кто будет соблюдать пост один день из этих 10 дней, то пост этот будет равняться посту целого года. И если в одну из этих ночей будет бодрствовать, то это равняется ночи Лайлатуль-Кадр». Представьте, в Рамазан месяц мы устаем в ожидании этой ночи, а сейчас эти ночи начнутся, иншаллах. Это будет первая ночь из Лайлатуль-Кадра. Каждый день поста будет равняться посту целого года. Поэтому это очень удобный случай. Люди, не упускайте пост в эти короткие зимние дни, когда вечерний азан наступает раньше, когда каждый день поста будет равняться целому году, кроме дня Арафа. В день Арафа Аллах освобождает многих рабов своих от ада и прощает им грехи. Шайтаны бывают ничтожными. В день Арафа прощаются грехи за предыдущие и последующие годы. Все милости перечислить мы не в силах. Но призываем вас: читайте много зикр, соблюдайте посты, увеличьте послушание и поклонение. Некоторые люди, когда наступает какой-то сезон, говорят: «О Аллах, я не нуждаюсь в этом сезоне. О Аллах, у меня много достатка». О люди, вы нуждающиеся в Аллахе, а Он самодостаточен от всего.